Мишу явно заинтересовал этот звук. Покемон, где ты взяла носок? Ребята, посмотрите на лицо Юми. Такая вообще пирожочек. Хай, ты на канале Magic Family, я Аня и со мной мои собачки. И недавно мы с Софишей были в лесу и увидели там сову. И у Софи была такая интересная реакция на звуки, которые издавала сова, что я решила снять видео, какая будет реакция моих собак на разных животных. Так что подписывайся на наш канал, если ты тут впервые, и мы начинаем наш эксперимент. Вообще, я обожаю пробовать разные приложения, и вот я накачала всяких интересных приложений с голосами животных, и сейчас я нарочно не буду специально звать собак сюда, а начну включать звуки, и мы посмотрим, как они будут реагировать. Давайте первым звуком будет что-то более-менее привычное, например, собака. Реагирует только одна Юми. Еще немного на меня смотрит Софи. Миша как будто бы реагирует, но она не совсем понимает, что происходит. Видимо, к собачьим голосам все-таки все более или менее привыкшие. Давайте посмотрим, как ребята будут реагировать на звук коровы. Юми явно заинтересована. А вот Софи, Миша и Эйвен как будто и не слышат этого звука. Это была свинка, а ребята смотрят на меня непонимающе и вообще как будто не знают, что надо было делать. У Софи очень смешная реакция. Все явно реагируют, явно поднимают уши и заинтересовываются, что же это за звук, кто издает такие звуки. Интересно, как ребята отреагируют на звук морского котика. А вот звук морского котика как будто их не особо интересует. Звук льва явно пугает Эйвена. Звук белки всех возбудил. Это был белый медведь, на него никто не реагирует. Мише вообще, по-моему, не очень нравится слушать звуки других животных. Они начинают ее беспокоить. А вот Софи и Юми все равно на верблюда. Ставьте лайк нашей стеснительной Мишане за смелость и участие в эксперименте, да, Миш? Вообще, для развития собак очень полезно слушать разные звуки, в том числе громкие или наоборот тихие. Молодец, Миша развивается у нас. А кто там лает? Покемон! Где ты взяла носок? Как собаки будут реагировать на своего сородича волка? Эйвен явно беспокоится, он лижется, зевает и боится. Мишу явно заинтересовал этот звук. А вот Юми и Софи заняты другим делом, и их волк не пугает. Кстати, ребята, как мы снимали челлендж на выживание с Софи в лесу, и как мы заблудились, и как выбирались, смотрите на моем лайв-канале Any Magic. Ссылки я оставлю внизу. Это был дельфин. Софишу этот звук сначала испугал, а затем она как будто не понимает, кто это и где. Софиша боится этого звука. Это звук летучей мыши. Миша странно поднимает голову наверх, а Софи как будто нервничает. А вот Юми с Эйвеном заняты игрой, и их не особо интересует этот звук. Интересно, отвлекутся ли они от игры, если услышат звук лося? Нет. А вот Софи интересует этот звук. И Мишу тоже. Обезьяна заинтересовала Мишу и Софи, но не Эйвена с Юми. Их ничто не может отвлечь от игры.
Из всех ребят, по-моему, реагируют на звуки кошек только Миша и Юми. А вот Эйвен и Софи, которые с кошками знакомы, практически никак не реагируют на эти звуки. Но мы сейчас с вами попробуем еще один вариант. Есть различные звуки кошек, например, котят, старых кошек. И мы сейчас посмотрим на реакцию ребят на разных кошек. Ребятам явно не нравится звук этой кошки. Эйвен отодвинулся, Софи вообще ушла, Миша как будто засыпает. Юми пытается понять, откуда исходит этот звук. Ребят, меня настолько заинтересовала, какая реакция у собак будет на разные звуки, что я решила попробовать посмотреть, как собаки бы реагировали на песню Эльдара Джарахова «Блокеры». Да, ребят, посмотрим. Ты что, Софиш, чихаешь? Миша очень заинтересована, по-моему. Юми вообще практически засыпает, но засыпает под эту песню, посмотрите. Для Юми это просто колыбельная. Ребята, посмотрите на лицо Юми. Что, Юми, с твоей мордой? Юми, чё? У тебя такая сейчас смешная улыбка, Юми. Такая вообще. Пирожочек. Обязательно попробуйте провести такой эксперимент со своим питомцем, неважно кто он, и напишите, какая была реакция в комментариях внизу, потому что мне будет очень интересно почитать. И, кстати, если вы еще не в курсе, у моих пушистиков есть свой отдельный канал, где они ведут свой личный видеоблог. Подпишись, ну, пожалуйста, на наш канал! Подписывайся на наш канал, если любишь нас, вот. Да, подпишись, если ты такой же крутой, как я. И Миша, лайк. И скоро увидимся!